Командой приглашается Всем здравствуйте и добро пожаловать на хоккей. Мы с вами начинаем третий игровой день Кубка Федерации. И начинаем мы его с матча Бинокор Ташкент Актобе. Ну что ж, у нас все готово. Я думаю, что и вы готовы, несмотря на столь раннее время, потому что сейчас и в Ташкенте, и в Актобе время 8 часов 6 минут. Ну, разве это повод, да, пропустить матч любимой команды? Ну, я думаю, что нет. Это далеко не повод. Ну что ж, стартовое вбрасывание. Ян Хигай, Тимур Ниязов. Все, официально третий игровой день у нас с вами открыт. Вот и будем посмотреть, что он нам привнесет. Арина Павловская и Эмиль Рахимов – это те ребята, которые начинают игру в воротах с первых минут. Арина Павловская вчерашнюю свою игру засушила против Симурга. А бросков было немало. Ну и Арина очень неплохой хоккей показал. Так, начинаем мы с паузы, которая возникает у нас прямо здесь и прямо сейчас. И вбрасывание будет сейчас в средней зоне. Выиграно это вбрасывание игроками команды Бинокор. И продолжают здесь ташкентцы шайбой владеть. Илдашев здорово уходит, бросает по воротам. И еще одна попытка бросить. Неплохо Бинокор начинает. Но, в принципе, Бинокор всегда неплохо начинает. Мы уже к этому привыкли. Мы уже привыкли, что Бинокор стартовые минуты проводит очень активно. Да и не только, наверное, стартовые минуты, а в целом первый период. Но вот потом в предыдущих матчах вот как-то не хватало, ну, физических, что ли, кондиций, опыта где-то, потому что ребята его только-только получают. Ну, а в целом надо отметить, что Бинокор смотрится весьма и весьма достойно на этом турнире. Ян Хигай подхватил шайбу неплохо, пошел на вираж, момент, бросок, и Эмиль Рахимов успевает сейчас отреагировать на этот бросок. Переместился, отразил шайбу, но и тут же Ролан Истюганов переводит шайбу дальше.
Вновь тут пошла очередная борьба и попытка выбраться из зоны у игроков Бинокора. Ну, в общем, пока-пока ничем это не заканчивается. Ровным счетом. Ну, вот вторая попытка команды из Актобе создать что-то опасное у ворот соперника. Но теперь Руслан Заидов мчится в атаку. Но и, соответственно, тут не успевает. А вбрасывание будет в центральном круге сейчас. Но неплохая динамика, во всяком случае. Неплохие скорости, пока мы с вами наблюдаем. Ну и у нас в турнирной таблице Актобе расположился на пятой строчке. У актюбинской команды 5 набранных баллов после 3 проведенных игр. Что касается Бинокора, то пока нет набранных баллов. Но вот здесь момент хороший. Ярасул Сирикбай и Рахимов надежен на месте. 4 заброшенные шайбы у Бинокора в этих матчах и 17 пропущенных. Ну а возглавляет турнирную таблицу единолично команда «Молния». Сейчас у команды из Аксу 9 набранных баллов. Далее расположились «Бригантина» и «Иртыш», у которых по 6 баллов. Также 6 очков имеет в своем активе «Бейбарыс». Но вот у «Бейбарыса» 4 проведенных встреч. Так что, ну, тут интрига лихо закручивается, запутывается, и все будет очень-очень интересно. Пошли вперед игроки Бинокора, бросок по воротам, но здесь Рина Павловская надежно реагирует, но, собственно, бросок-то для нее не самый опасный. Вот она, Рина Павловская, на ваших экранах ловит эту шайбу. Перед этой игрой уже 135 минут на площадке она провела. И отразила уже 110 бросков до начала этой встречи. И коэффициент у нее отраженных бросков, ну, просто шикарный. 92,4%. А вот тем временем в атаке Хигай. Перевод. Красота! Давид Соколов. Ну, наконец-то он... Ну, наконец-то он забросил. Ну, наконец-то он нашел свой шанс. И становится автором гола. Становится автором гола Актобе. 1-0. Команда из запада страны забрасывает первую шайбу в этой встрече. Ну, тут передача Яна Хигай на дальнюю штангу. И Давид Соколов свою первую шайбу в сезоне забрасывает. Бинокор 0, Актобе 1. Резво начинается сейчас эта встреча. Ну и пошел Ян Хигай дальше. Здесь докатил до зоны соперника. Далее отбор. И контратака со стороны команды Бинокор. Пошел тут Руслан Заидов встречать своего соперника. Но нет. Тут вот Актобе достаточно внимательно в обороне смотрится. Мы вчера успели уже актюбинцев похвалить за матч против Симурга, за их, ну скажем так, неплохо тактически проведенный хоккей, да? И такая победа была одержана терпеливая, что ли. Ну и сейчас Ян Хигай подхватывает шайбу. Ну и первый гол, это, конечно, красота, это эстетика. То есть очень правильно все было сделано. Начиная от передачи Яна Хигай, заканчивая завершением Давида Соколова. Передача в середину. Здесь набирает Юлдашев ход. Отдает передачу под бросок. И, собственно, есть этот бросок. И забирает шайбу Арина Павловская. Ну и снова у нас сбрасывание. Сейчас Тимур Ниязов на точке. Единоборство выиграно. И еще один отскок. Васит Раджабов здесь ведет активную дуэль. И бросок. Гол! Тимур Ниязов. 1-1. Бинокор. Бинокор. Бинокорище. Сравнивают счет сейчас хоккеисты из Ташкента. 1-1. Тимур Ниязов
в дальний угол ворот бросает и попадает. Давайте еще раз посмотрим, посмакуем этот момент. Ну хорошо, попал. Арина-то прикрывала ближний угол. Шайба пошла в аккурат в дальний. И Тимур Ниязов, автор заброшенной шайбы. 1-1. Уже вот так вот в первые 5 минут команды обмениваются заброшенными шайбами. Ну и прерывается сухая серия Актобе. Размочили бинокоровцы. То, что не удалось сделать вчера Симургу, удается сделать сейчас бинокор. Но это лишь задача минимум, да? То есть у бинокора-то аппетиты повыше будут, чем просто забросить. Ну и там Никита Липский что-то объясняет Яну Хигай. Хигай выслушал, все, говорит, все, давай играть дальше. Тимур Ниязов и Ян Хигай. Точка вбрасывания выиграна. Она игроками из Ташкента. И такой наброс пошел сейчас в направлении ворот Арины Павловской. Но не доходит шайба. И здесь уже актюбинцы попытаются выйти из зоны. Еще один наброс. Павловская реагирует, отражает шайбу клюшкой в угол площадки. Далее еще один перевод. Ян Хигай в середине. Ролан Истюганов. Приходит ролик на помощь. Здесь еще один пас. Хигай. Неплохо Ян. Держит шайбу под контролем Ян Хигай. Идет на вираж. Передача, отскок. На вершину Липский заряжает. Но здесь, да, серия рикошетов. И шайба уходит за ворота. И снова Соколов. Снова Давид. Передача на Никиту Липского. Сейчас заряжать будет. Не стал. Но увидел, что соперник шел на него. Что соперник встречал. Ну и далее уже борьба здесь такая активная у борта. Далее контратака Бинокора. И делает это Юлдашев. Сейчас бежит вперед. Но отбор. И Хигай начинает движение вперед. Попытался на Ролана Истюганова отдать. Ну и здесь проброс. Довольно неплохо Бинокор проводит первую половину первого периода. Ну, а что касается Тимура Ниязова, то да, это первая его заброшенная шайба в этом сезоне. И одна голевая передача у него уже есть. 2011 года рождения этот парень. Никита Липский, движение вперед, передача здесь под синюю линию. Марувжонов пошел вперед, Искандер, но докатывает до синей линии, тут встречают. И дальше так по закруглению на Ролана Истюганова. Дальше очередное единоборство активное у борта. Белецкий, перевод в середину. Здесь Ян Хигай. И контратака от Яна Хигай. Искандер Марувжонов один. Тут Ярасыл Серикбай на дальней штанге притаился. Раз бросок, два бросок. А Эмиль Рахимов молодец, знаете ли. Ну вот просто молодец, вот просто красавец. Еще один отскок. Максот держит Алмаз шайбу под контролем. По диагонали передача. Продолжает Ярасыл Серикбай здесь накручивать одного за другим. Хигай под перекладину. Ну а затем уже Нурдаулет Гарифулаев заводит буквально эту шайбу в ворота соперника. Ну вот просто завел. Да не забросил, а шайбу в ворота Бинокора завел Нурдаулет Гарифулаев. Но и бросок Яна Хигай. Мощно, сильно, красиво. Не достиг он итоговой цели, но зато вот здесь Гарифулаев, да? Но тут нужно было еще сориентироваться. Тут нужно было еще и первым оказаться на этой шайбе. Что, собственно, и произошло. 10-21, да. Ян Хигай, голевая передача. Нурдаулет Гарифулаев. Ну что, с почином Нурдаулет Гарифулаев. Это для него первая шайба в форме Актобе, так что то же событие. Экс-игрок Бибарыса
забрасывает в своей новой команде. Ну, молодчик, молодчик Нурдаулет Гарифуллаев. Он бейборысовцев любит, он их не забывает. Мы с ним разговаривали, а он говорит, вообще, я их всех люблю. Ну, такая жизнь хоккейная, да, что называется. Искандер Марувжанов шайбой за воротами. Продолжает ее контролировать. Длинная передача пошла. Руслан Заидов. Еще один перевод. Здесь Иргашев. Ну, вот, в принципе-то, передача неплохая, но все это пока на месте у Бинокора. Перевод на Руслана Заидова. Заидов, ну, тоже нормально. Садбек Абдалязов здесь. Падение, ну, все нормально. Надо продолжать играть. Алмаз Максот держит шайбу под своим контролем. Через Нурдаулета Гарифуллаева построил эту атаку. Но здесь не игры. Да-да-да. Уже Юлдашев подбирал эту шайбу в тот момент, когда находился за линией. Ну и снова вбрасывал. Передача в район синей линии, но вот здесь Искандер Марувжанов, бросок поворотом, накрывает эту шайбу Арина Павловская. Бинокор хорошую атаку проводит, но и здесь Арина Павловская. Так, Баландин появляется в Уктубе. Сейчас Архип Булайчиков на точке вбрасывания. Сейчас Белл. Асетаж Муратов, Корчуков и Нефтали. На льду Уктубе. Заида, передача. Ну, здесь Баландин неплохо работает на чужом пятаке. Заида. Да, дошла передача. И мощно Искандер Марувжанов заряжает сейчас, но Павловская находит эту шайбу. Встречается с ней. Далее Корчаков. Попытка выбраться тут из зоны, пойти вперед, но и неплохо. Баландин. Баландин идет вперед и завалился. Нефталиев на Баландина. Баландин уже уехал оттуда. Уже все. С этой точки дернулся. Алло, ты где, говорит, забери меня. Да я все уже уехал. Все уже. Нету меня. Заидов и Корчуков. Это их борьба. Ну, Корчуков нормально так. Жестко, как саблей. Так раз эту шайбу. Асетаж Муратов. Вот тут борьба какая, а. Какая плотность сейчас на площадке. Искандер Марувжанов и его попытка нанести бросок. Сейчас Марувжанов продолжает он шайбу контролировать. На пятаке настоящий хаос тут происходит. Непонятно, кто против кого, но в конечном итоге красно-белые вот так берут ее и подальше. Понадежнее, да поспокойней. А, две голевые у Ниязова, да? Ну, опять же, посмотрел в официальный протокол, там один. Ну, бывают ошибки, я признаю это, бывает. Но не у нас, а у официального источника, скажем так. Ну а вот теперь Ниязов бросается вперед. Здесь еще один отскок. Архип Булайчиков закатывает в зону соперника. Но вот тут потеря. И дальше идет контратака. Ниязов. Ниязов в зоне соперника накручивает бросок. Где шайба-то? Она там где-то под Ариной Павловской. Ой, Кужемуратов, ты куда? Бизон, успокойся. Бизон. О, сейчас Сухов тоже тут. Ты че, Бизон? Так. Там продолжаются разговоры. Надо Кужемуратов. Что на меня так смотрит, как будто я ему 20 тенге одной бумажкой должен. Так, ну и здесь обоюдная будет. Обоюдная. Там еще и Ролан Истюганов поехал.
Так, у Бинокора что? Ну, два удаления у Октоби. И одно у Бинокора. Только... 5-4, да. Должна продолжаться игра. Хотя сейчас 4-3, но вообще 5-4, скорее всего. Потому что у Бинокора одно удаление, у Октоби два в этой атаке. Тут Кожамуратов как наделает делов, так вот потом и разбирайся, а. Весь процесс тормозит. Ай-яй-яй, Назар. Так, поехали туда, к Бинокору. А кто Бе в большинстве? А это интересно, Амир Сухов там, получается, 2 минуты большинства сейчас, да, таких полноценных у Октоби? Или минута? Пока, честно говоря, я немножко недопонимаю. Да, ну минута большинства, да, потому что уж... Все, 5-4, да. Так, ну поехали смотреть эту игру дальше в формате 5-4 для Октоби. Выводится шайба тут же игроками Бинокора. Поспокойнее туда, за ворота. Ян Хигай. Набирает скорость Ян. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо пошел, но тут два игрока соперника его сковали. Липский. Да, снова Липский. Липский — это прям вот такой спящий гигант. Как проснется. Вот он, Липский. О, ну вот я же говорю. Вот, ему дайте момент, ему дайте пространство. Он остроту создаст. Снова Липский. Красавец. В направлении чужих ворот. Хигай. Ой-ой-ой. Чупа по шайбе не попадает. А, Липский попадает. Липский еще раз заряжает. Так, ну и здесь Бинокор. Бинокор идет вперед, а уже в полном составе ташкентцы играют. Это уже Юлдашев пошел в направлении чужих ворот. Хорошая передача на пятак. Ниязов с разворота пытался бросить. И контратака. Не-не-не. Здесь Абдалязов уже, да, в середине. Ситуацию, в общем-то, довольно неплохо контролировал. Липский на Истюганова. И снова борьба. Хигай забирается в зону соперника. Неплохо. Липский. По диагонали. Ирасл Сирикбай. Но да, игра высокоподнятой клюшкой. Отработал Чупа себе эту шайбу. Ну и сейчас у нас снова брасывание. Назар Кожамуратов выходит этот возмутитель спокойствия. Максот там его. Иди на скамейку. Ну и в формате, да, 5-5. Минута 46. Именно столько командам в первом периоде играть. И у нас... хорошее такое активное начало. Три заброшенные шайбы. Ну и потом мы стали видеть много борьбы. Много единоборств. Ирасл Сирикбай. Ой, здорово. Ой, здорово, Ирасл Сирикбай. Здорово. И здесь Эмиль Рахимов. Ай да умница. И снова передача по закруглению. Амдалязов. И снова наброс на чужие ворота. Здесь уже
Ерасл Серикбай. Снова Серикбай. И попытка в дальний бросить. Нет, не получится здесь. Нурдаулет Гарифулаев. И снова Ерасл Серикбай. Дальше уже Ниязов. Передача. Нет, Заидов. Заидов это был. 40 секунд у нас остается до конца первого периода. В составе Бинокора отличился Тимур Ниязов, а в составе Актобе заброшенные шайбы на счету Давида Соколова и Нурдаулета Гарифулаева. Ну и здесь бросок поворотом в ближний. Снова Ниязов. Активен форвард Бинокора. Здесь попытка выйти из зоны. Будет удаление еще у Бинокора. Будет ли в этом периоде или в следующем, пока не знаем. Но да, все-таки в этом оно произойдет. 3 секунды остается у нас до завершения периода. Ну и удаляется Искандер Марувжонов сейчас в составе команды Бинокор. За подножку. Нет, Юля, не ваша. Это как раз... Это как раз болельщики Бинокора, они вот слева от меня. Да они так активны. У болельщиков Актобе они так, у них все под контролем. О, Липский еще и бросить успеет. Молодчик Никита. Ну а мы отправляемся на первый перерыв. Итак, поехали. Начинаем мы с вами просмотр второго периода матча между командами Бинокор и Актобе. Идут вперед хоккеисты Актобе сразу же на старте при счете 1-2. В пользу команды Актобе мы начинаем. Ну и сейчас снова бросок поворотом. Юлдашев бросает поворотом, но и здесь снова отскок. Иргашев. Еще один перевод. Контроль над шайбой. Передача в район чужого пятака. Здесь
все читает Назар Кужамуратов и отправляет вперед Яна Хигай. Хигай наносит бросок по воротам. Здесь принимают шайбу на себя. Ну и далее Тимур Ниязов. И его перевод на Юлдашева. И здесь перед собой Ирина Павловская шайбу отражает. Ну а дальше Никита Липский начинает движение вперед через Ролана Истюганова. Далее Ян Хигай. Пытается Ян пройти вперед, но не пускают его тут бинокоровцы. Закрывают они все и вся. Еще один отскок Назар Кужамуратов. И пошла тут борьба. Статистика первого периода по броскам. Так, вот здесь момент. Бинокор в первом периоде нанес 9 бросков по воротам Арины Павловской, а Актобе 10 бросков. То есть, ну, тут плюс-минус равенство в этом компоненте. Но и еще один свисток арбитра. И снова поднята вверх его рука. Будет удаление. Удаление в составе команды Актобе. Ярасул Серикбай. Куда, говорит, не ехать? Туда, на дальнюю едь. Так, ну и у нас очередное вбрасывание сейчас. Тимур Ниязов со своими партнерами на реализации. Так, Ниязов поехал на точку. Клим Крикотень против него здесь будет действовать. Так, выиграно вбрасывание. Искандер Марувжонов. Мощное добивание. Гол! Тимур Ниязов. 2-2. Большинство за 8 секунд. Быстро, качественно, недорого. Обращайтесь к Бинокору. Они вам это покажут. Смотрим, вот здесь перевод. Искандер Марувжонов заряжает. И на добивании Тимур Ниязов. Дубль, оформляющий в этой встрече. Бинокор 2. Актобе 2. Начинаем дальше. И начинаем все сначала. Еще здесь один отскок шайбы. И он тоже в пользу Бинокора. Соколов на Юлдашева. Но здесь положение вне игры. Ну, активное начало. И этот гол, безусловно, привнесет настроение ташкентской команде. Хигай. Пошел Ян вперед, обыгрывает одного, пытается сделать со вторым. Ой-ой-ой-ой-ой, какой здесь отскок был неплохой для Актобе, но некому добить. Соколов. Ниязов. Дальше прокидывает эту шайбу, и здесь, ну, по-моему, Асадбек, да, вел упорную борьбу с соперником. Да, именно Абдалязов это и был. За воротами Назар Кужамуратов. Перевод здесь Истюганов в середину. Хигай. Не пройдет здесь Ян Хигай дальше. И снова здесь Бдалязов. Внимателен Садбек. Передача в середину. Иргашев. Смехов не успевает. Хигай. Хигай. Ой-ой-ой-ой-ой. Пушка страшная от Яна Хигай. Вот это зарядил, так зарядил Ян Хигай. И давайте смотреть повтор. Здесь. Как гвоздя туда дает Ян Хигай. Просто вколачивая шайбу. Ворота Эмиля Рахимова могучим своим броском прошивает просто. Это Ян Хигай, вот это гол, красота. И Актобе уже впереди. 3-2, продолжаются такие кошки-мышки здесь.
в этом поединке. Ну вот вчера, кстати, да, Бинокор же тоже с Бейбарысом там очень неплохо бился, но вот в третьем периоде там не хватило, не знаю, физики или опыта, сложно там какую-то однозначную причину найти, но там же вот прям, ну скажем так, не то что Бинокор посыпался, но Бейбарыс реализовывал едва ли там не каждый свой момент, что и вылилось там в итоговой 1-7. Хотя на самом деле я думаю, что счет не отражает характер игры. Еще одно вбрасывание в средней зоне оно будет. И снова точка. Баландин против Ниязова. Так, ну и здесь выиграно вбрасывание. Баландин. Так, ну и сейчас атака Актобе. По закруглению идет шайба. Иргашев начинает движение. Бинокора вперед сейчас. Есть тут Ниязов. Так, но сам... Нет, это Юлдашев, кстати. И сам же он бросает по воротам. Длинная передача вперед. Ну и теперь идет Асадбек Абдалязов. Хорошо, хорошо так по борту, но тут Ли останавливает весь этот проход. И девятый номер, кто без чувством выполненного долга, отправляется на скамейку для запасных. Ну а тем временем Марувжанов. Ну, нормально. Правда, вот бросочек, да, не получился. И вот момент, бросок. Павловская отражает. Еще один момент. И здесь еще один бросок. Очень и очень неплохо смотрелась атака Бинокора сейчас. Ну и живой хоккей на самом деле. И те, и другие так заметно проснулись сегодня утром. Готовы они к этому противостоянию. Передача в середину. Ой-ой-ой-ой-ой. Не попадает Заврон Иргашев по шайбе. Не, но опять же тяжело было под нее подстроиться там. Но попытался 77-й номер Бинокора. Ян Хигай уходит на вираж. Неплохо. В середину отдаст Стюганову. Ну, мне кажется, уже слишком сблизился. Если бы чуть раньше Ян отдал туда на Ролана передачу на уровень чужого пятака, это было бы куда более интересно. Так, ну и судя по всему, так эмоциональность мне сейчас проявлять нельзя. Захрипел так, что как молодой петух. Так, еще один проход Абдалязов. И вот здесь... Ой-ой-ой, Асадбек неплохо сейчас прошел. Ну и отскакивает шайба, доходит она до Марувжанова. Тот снова докатил до шайбы за воротами. Ну и так спокойно начинает Марувжанов. Ой-ой-ой-ой-ой, Соколов! Соколов перекладину попадает сейчас. Ни вправо, ни влево. А по центру. И прямо в перекладину. Ну, не, бросочек-то, в принципе, неплохо летел. Попади в створ Соколов, это, ну, наверное, был бы гол. Ну, это все так, да? Если бы, попади и так далее, и так далее. Пошла борьба в углу площадки. Начинают здесь бинокоровцы активную борьбу. Марувжанов и выход из-под прессинга. Здесь Абдалязов неплохо играет. А я, ну, на дальней Гарифулаева почему никто не увидел сейчас, а? Почему этого не сделали? И снова выброшена шайба. Арина Павловская ложит клюшку на лед, оставляет Шапошникову. Ну и там уже передача на Гарифулаева.
Еще один пас, Ниязов. Движение вперед совершает Шапошников. Передача под синюю линию. Далее вот так вот по закруглению идет шайба. Достается Архипу Булайчикову. Булайчиков сохраняет шайбу под своим контролем. Но и тут будет удаление. Будет удаление. Но пока будет бросок поворотом с дальней дистанции. Здесь еще один пас и свисток арбитра. Удаление у Бинокора на сей раз. За задержку соперника клюшкой. Ну и Ян Хига на реализацию этого самого большинства. Назар Кужамуратов. Хорошо, хорошо бросил. Далее Амир Сухов. Здесь подбор. И Соколов покатил, покатил за ворота. Здесь еще один перевод. Липский. Продолжает спящий гигант свои щелчки демонстрировать, но сейчас не получилось. Но молодец, очень старается Ян Хигай. Кужамуратов переводит шайбу за ворота. Давид Соколов через Яна Хигай. Хигай дальше. Вот здесь хорошее большинство. Ну вот прям очень хорошее. Такое взрослое, я бы сказал. И шайбочка хорошо ходит. И ребята друг друга чувствуют. И в пас играют. Вот здесь, ой-ой-ой. Эмиль Рахимов, здорово. И Липский подключался. Не, ну вот прям очень хорошее. Вот хоть и не удалось забить, но на мой взгляд это самое яркое большинство вообще на всем турнире. Ну и проход вперед. Иргашев пошел в атаку, остановился, пас в середину. Здесь Липский. Ну и Никита Липский начинает движение вперед. Отдает передачу на Давида Соколова. Соколов катывает в зону соперника. Передача назад сейчас идет. Так, вот сейчас наброс на чужие ворота. Ну и здесь Асадбек Далязов играет дальше на Заидова. Заидов через Белецкого. Белецкий еще дальше. Пас за ворота. Ну и выведена эта шайба. Она достается Ясову. Серикбай. Искандер Марувжонов. Пошел вперед. Бросает. Бросает поворотом. Но это выше. Рифулаев. Нет, не удастся здесь шайбу сохранить Нурдаулету, но зато на подборе своих партнеры неплохо достаточно действуют. И свисток арбитра поднято здесь вверх. Его рука. Очередное у нас удаление. Михаил Чистяков отправляет за подножку игрока Бинокора. Васит Раджабов удален. 2-3. И остается играть у нас во втором периоде 4 минуты и 27 секунд. Так, выигрывают вбрасывание игроки Актобе. Стараются здесь они зацепиться за шайбу. Пока неплохо получается. Шапошников. Наброс. И вот здесь уже Архип Булайчиков мог забрасывать. Вышла шайба. Снова Шапошников. Булайчиков не успеет к этой шайбе. Ну и затем уже закатывают игроки Бинокора в зону соперника. Но Ярасул Серикбай абсолютно против такой вот истории. Пытался пройти дальше. Здесь Иргашев.
Обокрал его Ерасел Серегба. И Алмаз Максот назад. Дальше передача вот здесь на синюю линию. Еще один перевод. Шапошников. Ниргашев. Ну и там уже на Ниязова идет эта передача. Нормально успевает здесь Асадбек Абдалязов закрыть борт. Но это большинство для Актобе, но прошло не так удачно, как предыдущий. И теперь уже Актобе попробует в контратаку сбегать. Вход в зону хороший. Ярасул Серикбай остановился, попытался отдать передачу. Ян Хигай. Нурдаулет Гарифулаев. Здесь Ролан Истюганов, Ян Хигай. И контратака может получиться сейчас. Проход вперед. И удаление. Удаление. Сейчас Никиту Липского отправят в штрафной бокс. Липский спорит. Недоволен. Никита Липский решением судьи. Ох уж эти дети, да? Говорит Михаил Чистяков. Все время они чем-то недовольны. Так, ну и здесь выиграно вбрасывание. Маружанов остается в зоне. Набрасывает в район тяжелого пятака. Здесь Шапошников. Перевод. Ян Хигай. Эмиль Рахимов. Да, неплохо. Хигай снова с шайбой. Такая вот атака в меньшинстве. Вот так Тобе проходит сейчас. Ну и Бинокор раскатываться начинает. Пошли вперед. Искандер Маружанов. Так вот от борта вперед за ворот соперника. Ну и снова проброс. Ну и вбрасывание будет там у ворот ташкентского Бинокора. Неспешно идти и другие поехали. Уже подустали уже. Наелись концовка второго периода. Да, ну и вообще, в принципе, график, да, игр такой очень плотный. Думаю, что это присуще, ну, наверное, любому детскому турниру в нашей стране. Всегда тяжело, всегда устаешь. Ярасул Серикбай на точке вбрасывания. Пятером там актюбинцы выехали на площадку зачем-то, для чего-то. Марувжанов, Ниязов. Но начинается движение, передача, Юлдашев, и это все в руке Ирине Павловской. Аккуратно. Докатила шайба. Ну и снова точка вбрасывания. Передача здесь на синюю линию. Наброс на чужие ворота. Здесь наброс хорошим. Но ворота Арины Павловской. Не успевает Арина среагировать. Далее длинная передача. Ярасул Серикбай и Искандер Маружанов сейчас будут осуществлять этот самый забег на скорость. Маружанов. Хорошо. Сергашев оставил шайбу. Не Сергашев. Пошла борьба сейчас. Вот попытка отдать на пятак. И здесь Сергашев. Бросок. И все. Свисток уже был. Свисток уже был. Он был немножко раньше. И 54 секунды играть еще командам. Ниязов отправляется на точку бросания. Выиграно это единоборство.
Марувшонов заряжает, но тут уже опять-таки все блокировано. Ниязов с неудобной руки. Передача в район чужого пятака. Нормально так Бинокор концовочку проводит. Марувшонов. И его снова шанс набросить так на чужие ворота. Неплохо. Но и тут же в контратаку бросаются хоккеисты из Ташкента. Ну и теперь уже Актобе здесь в средней зоне. 15 секунд остается. Посмотрим, кто тут последнюю атаку в этом периоде совершит. Но вот пытаются ташкентцы это сделать. Бинокор уже в зоне. Но, правда, тут придется еще у Гарифулаева шайбу-то отвоевать. Ну и все. Второй период у нас завершен. Вторая пауза в этом матче. Итак, начинаем мы с вами смотреть третий период нашего матча. Матча между командами Бинокор и Актобе. 2-3 пока в пользу команды из Актобе. Но пока игра на тоненького, пока вот как-то так. Ну и третий период должен ответить нам на наши же вопросы. Передача в район на Арины Павловской. Здесь надежная Арина. Ну и в программе игрового дня для команд сегодняшний день никак не закончится этим матчем, потому что сегодня Бинокору предстоит играть с командой «Молния» из города Аксу. А вот Актобе сыграет с «Бригантиной». Такие вот матчи уготовлены. Ян Хигай набирает скорость сейчас. Пошел Ян вперед. И здесь докатывает до зоны соперника. Дальше Липски. Диагональный перевод. Сохранение шайбы. Вход в зону. Но здесь свисток. Здесь свисток от арбитра. И вбрасывание будет в средней зоне. И Рассел Сирикбай. Против Тимура Ниязова.
здесь выиграно вбрасывание. И попытаются сейчас игроки Бинокора прорваться вперед. Ну и если уж в целом так по матчам сегодняшним говорить, то следующий матч нашего игрового дня — это игра Иртыша и Бригантины. Затем Бейбары сыграет Симург. Ну и уже анонсированные ранее мною матчи — Молния — Бинокор, Бригантина — Актобе. И заканчивается игровой день противостоянием Симурга и Спартака. И Рассел Серикбай, вбрасывание здесь выиграно. И помчали вперед сейчас бинокоровцы. Юлдашев закатывает зону соперника, держит шайбу, пас в район чужого пятака. Но и здесь уже Нурдаулет Гарифулаев. И его передача, и момент, ох, бросок по воротам. Юлдашев заряжал сейчас, но не попадает в створ ворот. Ну и тут же контратака. Шапошников идет вперед. Сейчас держит шайбу под контролем. Даниил закатывает зону соперника. Здесь против него Ярасл Сирикбай. Ну и передача здесь. Разворачивается Тимур Ниязов. Нурдаулет Гарифулаев закрывает здесь борт. Закрывает линию Гарифулаев на Ниязова. И в контратаку уже убегают игроки Бинокора, закатывают в зону Юлдашев. Ну так держит. Вышло. Но Бинокор молодчики, да, вот стартовые вот эти вот 2.5 минуты. Довольно неплохо начинают. Корчуков успевает к шайбе. Корчуков через своего партнера, через Ярасла Серикбай. Так, вот здесь снова проход вперед. Пытается сохранить шайбу здесь Заидов, Белецкий, Баландин. Снова попытка отдать передачу, но и все. Ну и бросаем в средней зоне. Посмотрим, что у нас тут будет дальше. Ну, Бинокор, во всяком случае, ищет свои моменты. Побольше бы бросков, конечно, и поворотом соперника. Я думаю, что вообще все в ажуре у них будет. Ну, а пока что вход в зону Клим Крикотень. Здесь снова Корчуков синюю линию закрывает. Продолжают здесь активно контролировать шайбу игроки Актобе. На Баланде на перевод. Здесь отбор, контратака. Заидов вкатывает в зону соперника. Заидов за воротами соперника уже. Но и тут Баландин на пару с Корчуковым разбираются в данной ситуации. И покатили игроки Актобе сейчас в атаку. Баландин заезжает в зону. Пытался бросить, но здесь блокируют, и далее уже пойдут в свою атаку игроки команды Бинокор. Закатывают они в зону. Сухов. Дальше здесь Хигай. Ниязов. Разворачивается на это падение. Дальше уже Ян Хигай. Передача вот сюда в середину на Давида Соколова. Соколов хорошо одной рукой. Здорово, Соколов. И ой, Рахимов здесь тоже умничка. Эмиль Рахимов прижимает шайбу себе. Так, ну и снова Ян Хигай против Тимура Ниязова. Автора дубля в составе Бинокора в этой встрече. Так, еще один свисток. Он с чем связан? Удаление и Анахигай. За разговоры. Удаление в составе Актобе. И сейчас там тайм-аут просят наставники Бинокора.
Так, ну и вот сейчас рисуют и показывают, как в этом большинстве играть. Какие сосредоточенные лица у наставников здесь, конечно. Как у одних, так и у других. Ну что? Большинство Бинокора, так они с хорошим настроением сейчас подходят к попытке реализовать свое большинство. Тимур Ниязов. Ну и сейчас попытка зацепиться за шайбу. Марувжонов. Соколов. Нестюганов пытается здесь навязать борьбу. Дальше Марувжонов. Юлдашев. Юлдашев заряжает выше. Ниязов. Ну и дальше Кужамуратов. По закруглению направляет эту шайбу. Здесь вроде как и сохранили контроль над шайбой. Еще один перевод. Соколов. Вывели шайбу из зоны. Ну и здесь уже Ниргашев. Передача вот сюда под синюю линию. Сохранили контроль над шайбой. Ниязов вкатывает в зону соперника. Ниргашев. Ниргашев здесь попытался остановиться. И снова перевод туда дальше. Сохранение этой шайбы. Вот здесь неплохо. Перевод, бросок и Арина на месте. Ну, не так, чтобы сильно, да, пошла эта шайба и вылавливает ее. Страж ворота к тебе. Но дело до броска довели. Ну и сейчас Ниязов на точке против Ярасова. Серикбай. Ниязов вот сюда на Абдалязова. Еще один наброс. И ложится там шайба на пятаке. Но Максот там все сковал. Ну а дальше уже Павловская забирает шайбу себе. Так, пошли разговоры на повышенных. При таком счете-то, конечно, эмоции будут. Ниязов продолжает там с Ярасовым, с Ирикбай чем-то беседовать. Так, и сейчас выиграно вбрасывание. Абдалязов, перевод и Марувжонов. Вот так вот в касание, так подзаживалась эта шайба немножко. Ну и здесь вывели шайбу из зоны. Длинная передача вперед. Доходит шайба до Заидова. Еще один пас и снова сохраняют контроль над шайбой. Здесь вход в зону Шапошника. Разворачивается в район чужого пятака. Отдавал передачу. Здесь вывели Максот. Такая вот передача в середину. Отбор. И пошел Серикбай один на один. И реализовал свой момент. Ярасыл. Серикбай 4-2 в пользу Актобе. Браво Чупа. Воспользовался своим шансом как надо. И 4-2 уже, конечно, поспокойнее для Актобе. Поспокойнее. Ну и здесь Серикбай, да, обокрал Искандера Марувжонова. Выходит 1-1. Ложное движение. Ну и красивый обыгрыш вратаря. Ярасыл Серикбай 4-2 в пользу Актобе. Малочки Ярасыл
Ну а мы смотрим дальше. Дмитрий Котень здесь успевает первым на шайбу. Разворачивается. Но вот с каждым разом с Бинокором играть с соперником все сложнее и сложнее. То есть если вчера два периода таких равных против Бейбарыса, то сегодня, ну, во всяком случае, вот до этой поры всю игру Бинокор дает серьезное сопротивление своему сопернику. Очень серьезно. Выводится шайба. Снова здесь за воротами Баландин. Попытка отдать передачу в район чужого пятака. Ну и там дальше уже в атаку идут хоккеисты Бинокора. Отбор шайбы. Клим Крикотень. Далее Ниязов. Ну и так вот аккуратно в направлении ворот наброс был. Ну и далее вперед идет передача. Первыми здесь будут игроки Бинокора. Заидов. Еще один пас. Но этот начинает крутиться Майорова. В середине площадки контратака. Белецкий. Ой-ой-ой. Упал Белецкий. Упал самостоятельно. Ниязов улучшает себе позицию. Перевод в середину. Еще один отскок. Абдалязов. Ну и здесь уже Соколов. Давид. Проход вперед сейчас. Соколов бросает в ближний угол. Но здесь реагирует Эмиль Рахимов. Снова бинокоровцы попробуют пойти вперед сейчас. Искандер Марувжонов на Руслана Заидова. Заидов, нет, не пройдет здесь. И Соколов. Соколов идет в атаку. Давид держит шайбу, укрывает ее корпусом, пытается, да, вот сюда на Никиту Липского отдать эту передачу. Соколов, так, и тут Хигай с Раджабовым сошлись в единоборстве и обоих, да, удалят сейчас. Васит Раджабов и Ян Хигай. Хигай вообще... такими глазенками сейчас все смотрит в направлении Васита Раджабова. У меня уже скоро мечта появится. Увидеть улыбающего всего. В общем, увидеть, как улыбается Ян Хигай. Выиграно прасывание. Архип Улайчиков заряжает, но не попадает в створ ворот. Рядом со штангой шайба прошла. Здесь перевод Ниязов. Но это немного выше. Створоворот здесь. Отскок. Марувжонов. Наброс. Опасно. И заметалась там шайба на пятаке. Максот. Перевод, и здесь уже пытается Юлдашев зацепиться за шайбу. Ну и дальше уже перевод туда на Ярослава Серикбай. Ярослав держит шайбу. Пытается развернуться и уйти от соперника. Остается у нас около 5 минут играть в третьем периоде. Шапошников шайбу перехватил. Ну и все, в полных составах и те, и другие. Начинается здесь борьба у борта. Выход Шапошников. Добивание от Яна Хигай в ближний угол. Ну и здесь уже попытка выйти вперед. Шапошников хорошо ушел. На колени его посадили здесь. Но нормально. Продолжаем играть. Асадбек Абдалязов. Еще один наброс в район чужого пятака. Вот здесь Бинокор, нет, не выйдет. Булайчиков с разворота бросает. Так, Хигай и Раджабов. Ну, тут что-то мне подсказывает, что Яна вывели из себя. То есть что-то как-то уж... Ян Хигай так прям смотрел на 13-го номера Бинокора. Ну и снова они отправляются в штрафной бокс. Сейчас Ян точно не улыбнется.
С чего там все началось-то вообще? Ну вот нам дают повтор этого эпизода. Вот тут Хигай. Так, сам он здесь Раджаба его толкает. И Васит уже поехал там как раз за ним, толкнул в ответку, ну и понеслась. Ну, зная Яна Хигай, складывается ощущение, что ну вот просто так Хигай взрываться вот так вот не станет. Но в данной ситуации как бы оба хороши. Один толкнул, второй ответил, потом другой уже, ну и закрутилось, в общем. Двойной малый у Яна Хигай. Что у Бинокора еще большинство появится после этой истории. Но Ян Хигай, да, такой достаточно крепкий парень. Вы еще дедушку не видели. Денис Германович вообще в феноменальной форме. Так, ну и что там будет? Вбрасывание у ворот Арины Павловской, да. Ну и здесь выиграно вбрасывание, выводится шайба, доходит она до... Садбека Абдалязова, Илдашев, перевод, Ниязов. Снова контроль над шайбой, перевод, Абдалязов. Здесь Павловская, и снова отскок, опасно. И Павловская забирает шайбу. Ну, хорош, хорош уже. Чупа. Тихо. Никак Ярослав Серикбай не может успокоиться. Нервная какая концовка. Ты кто такой, чтобы нервы мои делать, да? Все, ушли. Ушли. Потолкались немного и завершили на это. Ниязов на точке, выиграно единоборство. Дальше наброс от Искандера Марувжонова в направлении чужого пятака. Так, здесь Кужамуратов. Обоих надо удалять. Ну хорош, мы так до утра будем играть. Совсем распоясались уже и те, и другие. Так, там Кужамуратов и... Так. Давайте без нервов, давайте без нервов. Кто кому чего хочет доказать в этой ситуации? Серикбай, все, правильно. Отправляешься в штрафной бокс. Здесь. Вот, тайм-аут, Владислав Нинахов. Абсолютно правильное решение наставника Актобе взять тайм-аут. Надо успокаиваться. Именно вот это даже тайм-аут не столько там по игре, там, сколько просто успокоить всех. Я думаю, что наставники Бинокора сделают то же самое. Просто успокоить своих. Так, ну и снова. Вбрасывание, завершен тайм-аут. 3 минуты 47 секунд командам еще играть. Ниязов на точке против Соколова. И поехали, здесь бросок поворотом. Шапошников. Выводится шайба по закруглению. И выходит она из зоны. Здесь Соколов пошел прессинговать соперника.
И начинается движение. Иргашев на Ниязова. Ниязов бросает прям в Шапошникова, попадает. Ну и здесь пас назад. Абдалиязов. Ну и дальше туда Ниязов уже вперед. Успевает Ролан Истюганов к этой шайбе. И здесь затевается борьба Соколов и Ниязов. Попытка броска. Вот, пожалуйста, есть тот самый бросок. Ну и теперь уже контратака. Теперь уже Ролан Истюганов бежит вперед. Здесь передача на Клима Крикотень. Тот единоборство с соперником вел. Здесь проход вперед. Ярасул Серикбай остановился. Передачу отдал. Ну и здесь Искандер Марувжонов. Ниязов. Иргашев. Ну и Никита Липский против него. Снова начинает Липский. Не удалось выйти из зоны. Иргашев перевод. И сейф Арины Павловской. Да, красиво. Ничего не скажешь. И смотрим на повторе, как это было. Эффектно и, самое главное, эффективно. Великолепное спасение Арины Павловской. Выиграно вбрасывание. Так, Абдалиязов, перевод. Марувжонов заряжает. И здесь под воротами пошла игра. Еще один пас. Борьба, борьба, борьба. А где шайба-то? Все, хорош, хорош. Иргашев говорит, я к шайбе шел. Все, ко мне вопросов никаких. Моя задача — забросить шайбу. Ниязов вновь на точке. Так затягивается у нас эта игра. В частности, третий период. От наброса от Искандера Марувжонова. Павловская отбивает. И здесь еще один момент у Бинокора может получиться. Ниязов начинает там с Корчуковым толкаться опять. Но здесь Корчуков не прав. Внимательно я так за ним наблюдаю. Буквально он здесь каждого игрока Бинокора цепляет. Вот где не прав, там не прав. Баландин. И снова здесь Иргашев. Ну и здесь Никита Липский. Минута 15 только до конца третьего периода. Искандер Марувжонов вкатывает в зону соперника. Ищет момент и бросает поворотом, но не точно. Снова по закруглению идет шайба. Передача в район чужого пятака. Марувжонов. Марувжонов набрасывает. Но здесь в Баландина прям попадает эта шайба. Марувжонов. Высоко летит эта шайба. Ниязов и Корчуков продолжают там на шпагах бороться. Еще одна передача в район чужого пятака. Марувжонов. Хороший перевод, бросок, и Павловская реагирует. Ложит щиток на лед, но и одна из последних атак Актопе в этом матче. О, тут 2 в 1, а там драка. А там драка, и начинает Ниязов и Кужамуратов. Боже мой. Что вы себе позволяете, а? Интеллигенты тоже мне. Так, ну и Кику Жамуратов и Ниязов на скамейку штрафников. А так хорошо выходили игроки Актобе. Нет, лучше подраться. Пошли мам друг друга побуцкать. А там-то 2 в 1 прям атака хорошая была. Я представляю, если бы это было там при счете, например, 2-2 сейчас. Там, например, 2-2 и там выход вот такой вот, а там 2 начинают между собой.
Вот бы там тренер ругался, мягко говоря. Так, ну и здесь выиграно вбрасывание. Липский по закруглению на Соколова. Заидов. Руслан бежит вперед, сохраняет шайбу, вкатывает в зону соперника. Соколов, еще один перевод. Здесь уже Никита Липский. И все. Победа на Актобе, с чем мы красно-белых и поздравляем. Академики набирают очередные очки в турнирную таблицу. Но Пинакору спасибо за борьбу. Было все очень и очень неплохо. Достойно до последнего сражались за результат в этом матче хоккеисты из Ташкента. Так что упрекнуть их не в чем. Ну и будем ждать мы с вами самые яркие моменты, которые произошли в этой встрече. Еще раз вспомним наш матч и затем будем ждать новые трансляции. Итак, матч между командами Актобе и Бинокор. Вот здесь прекрасная атака, хорошая передача на дальнюю штангу. И Давид Соколов, первая шайба в новом сезоне, завершает атаку на дальней штанге игрок команды Актобе. Бинокор отвечает броском Тимура Ниязова в дальний угол. И таким образом счет сравнялся 1-1. Ну и вот здесь два подряд великолепных сейва от Эмиля Рахимова. Далее Ян Хигай вот так прицельно бросает, но в перекладину попадает. Отскок и Нурдаулет Гарифулаев. И есть первая шайба в форме Актобе, и причем так Нурдаулет заводит буквально эту шайбу в ворот соперника. Далее продолжается эта встреча. Она была довольно-таки нервной, эмоциональной, что перерастала в стычки, потасовки. Ну а вот таким вот образом Тимур Ниязов находит свой шанс и делает счет 2-2. Но Ян Хигай уже вскоре могучим своим щелчком прошивает Эмиля Рахимова и делает счет уже 3-2 в пользу команды Актобе. Давид Соколов и его момент, но в перекладину шайба угодила в данной ситуации. Дальше выход 1-1. Ярослав Серикбай качнул здесь вратаря и отправил шайбу в аккурат мимо голкипера. Иргашев рисует атаку, перевод, и здесь уже Арина Павловская и ее великолепное спасение уже ближе к концу этой встречи. Ну и все, завершена эта игра со счетом 4-2. Победу одерживает команда Актобе, с чем мы академиков и поздравляем. На этом все, будем заканчивать нашу трансляцию. Спасибо за внимание и до скорых встреч на хоккее.